Более 1100 лет назад зародилось российское государство. Его возникновение связывают с так называемым призванием варягов на Русь, которое произошло в сентябре 862 года. Так, повесть временных лет рассказывает, трое варяжских братьев со своими родами пришли править к славянам, заложив город Ладогу. Однако в современном мире историю часто искажают. Мы хотим прочитать лекцию, да, в отношении того, что когда, как это происходило, что происходило, да, именно в зарождении российской государственности. Это очень важный момент, потому что, вот, исходя из тех событий, да, которые сейчас происходят в мире, да, в целом, мы видим, насколько искажается история, да, насколько искажаются те исторические факты, которые были. И вот ярким примером этой драмы, да, есть как раз-таки Украина. Вот, что там сейчас происходит, это следствие того, что вот эти самые факты были искажены. Поэтому знание истории своей его государство для молодежи – важнейшая часть обучения. Именно сегодняшние студенты через 5-10 лет возьмут бразды правления, и курс развития страны будет зависеть от них. Просвещать и наставлять новое поколение надо сейчас, чем и занялись представители партии ЛДПР. То есть это и в соседних субъектах, это по всей России происходит. Ну, естественно, как бы в разных часовых поясах. То есть мы как бы, ну, одни из первых, может быть, да, вот наш Забайкальский край. Но вскоре, скажем так, по мере того, как будет просыпаться страна, да, будет, эта акция будет проводиться во всех последующих субъектах. Еще одной целью акции, приуроченной ко дню российской государственности, служит создание Дня просвещения молодежи, чтобы такие лекции стали ежегодными и более востребованными. Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».